Приветствую вас, от меня рекомендация будет такая, что если вы одна, если у вас нет семьи своей, если вы в общем и целом никому ничего не должны, да, если, собственно говоря, вы сами себе хозяйка, вот, то возьмите какую-нибудь профессию, какую-нибудь работу, которая приносила бы вам минимальное количество денег для того, чтобы вы, ну просто могли себя как-то минимально обеспечивать, да, то есть, чтобы это было там, ну, не знаю, пропитание, там, одежда какая-то, вот. Вот. И, в принципе, этого, мне кажется, более чем достаточно. Остальное время можете заниматься чем хотите. Вот, ну, если, конечно, я думаю, это позволяет деньги, то есть, если хочется заниматься чем-то таким, что... что предполагает наличие вложений, да, то тоже немножко другая история, как вы понимаете сами, вот, но тем не менее, то есть нужно что-то, где бы вы себя обеспечивали, чисто материальная такая база, материальный источник, вот, и, соответственно, значит, все остальное уже исключительно, значит, все остальное исключительно вопрос вашего выбора и желания. Вот. Будете заниматься, будете пробовать, и, соответственно, там уже определитесь. А со временем, я полагаю, может быть, даже и выберете что-то, и это начнет вам приносить доход. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!